Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Всем привет! Секунду! Классно! Итак, у нас как бы Новый год наступает через 11 дней. Вот. И нужно строить планы на 2025 год. Потому что 2025 год уже как бы скоро, да? Я снимаю это видео чуть раньше, чем 20 декабря. Вот, поэтому... Вот такие вот делишечки. Ну что, какие же у меня есть планы на 2025 год? Первый план мой — это делать для вас контент еще лучше, еще быстрее и еще качественней. Вот, чтобы мой контент вам нравился, идеи мои для роликов нравились. Вот. Вот такие вот делишки. Также еще один мой план на 2025 год — это снять для вас какой-нибудь видос в самом начале 2025 года, в январе, вот с 1 по 5 января где-нибудь так вот, какой-нибудь видос. 2025 год, первый видос в году на канале «Молния кружится». Вот такой вот еще план у меня есть. Теперь из таких более не планов на канале, а просто план на 2025, это дочитать книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана» опять. Да. Вот эту книгу «Гарри Поттер и узник Азкабана», обзор на нее есть, кстати, на канале, можете посмотреть. Вот, это мой план не по каналу. Также я хочу еще снять в 2025 году одно такое очень интересное видео, которое будет называться «Новогодний мир». Но это не точно, что я его сниму, но у меня в планах снять такое видео. «Новогодний мир», типа факты о Новом Годе, ну типа как на Хэллоуин, только там будут факты, как он появлялся, типа вот. Буду к концу декабря искать уже это, все эти факты, и готовить для вас ролик этот. Вот, поэтому ждите, возможно, это видео, кстати, выйдет. Еще, кстати, я сюда вставлю подписчиков своего телеграм-канала. Вот, у меня, кстати, кто не знал, есть телеграм-канал, а ссылка на него есть в... чуть ниже, вот, чуть выше, точнее, пролистайте, и там увидите на главной странице канала. Еще у меня есть одно желание, чтобы вы отпраздновали хорошо свой Новый год. Вот, чтобы у вас все в новом 2025 году получалось, и чтобы было такое движовое настроение. Как говорят, как отметишь Новый год, так его и проведешь. Вот, пройдите его весело, чтобы потом 2025 год четко прошел. Кстати, пока у меня будут зимние каникулы, я постараюсь для вас снимать больше видео, чаще видео снимать, чтобы как бы контент мой развивался. Вот. Также я хочу снять кое-какое видео с вот такой вот штучкой. Эта штука называется «Магическая лаборатория». Перед началом проведения опыта внимательно знакомьтесь с материалами. В общем, будем с вами еще делать опыты. У меня там еще осталось некоторые опыты. И надеюсь, мы когда-нибудь с вами дойдем до разноцветного пламени. Вот.
Ну, я полное, наверное, видео не выложу сразу с этим пламенем, а только потом, как сделаем этот опыт, я потом вам в шортс выложу. А остальные опыты чуть полегче, и можно еще и с камерой снимать, буду вместе с вами проводить. Вот, еще какой у меня есть план. Там есть, кстати, коробочка еще, вот, со всеми всякими вот этими штуками, но это пройду обзор вам в следующих видео уже в 2025 году. Новогоднее это видео не совсем про планы на 2025 год. Тут есть и планы, и все такое, вот. Но у меня есть еще вот такая вот прекрасная золотая новогодняя елочка. Вот ее можно вот сюда вот поставить. А, это в кадр не влезет, да. Вот, ее можно этой мишурой украсить. Вот такая прикольная новогодняя елочка. Это, собственно же, у нас новогоднее видео. Могу вам показать всякие вещички с Нового года. Вот такой вот чубик. Он из Икеи, вот это вот. А это вот я купил. Вот такую вот штучку. Колокольчики Jingle Bells. А это лента светодиодная. По краям комнаты у меня висят вот такие вот шарики. Вот такие шарики. То есть вот такой Санта на олене. Идет. Подарочки вам несет. Что, собственно, моя шапочка и мишура. Вот. Что-то уже не новогодняя музыка, но да ладно. Она такая шапка, без всего такая вот обычная шапка, как у Санты вот того, которого я сейчас снимала. И вот такая мишура. Ой, Макарена. Короче, максимально новогоднее настроение. Вот, ждите, кстати, еще одно новогоднее видео 31 декабря. Ну, а вам всем пока! Что подглядываете? Пока. Еще раз. Хорошо провести Новый год. Еще раз пока.